Всем здорово, с вами Кирилл и Шоу Моника. Сегодня будет скоростной разбор саундтрека к мультфильму «Спайдермен» 94 года выпуска. Понеслась! На самом деле здесь есть всего 4 кусочка. Сколько раз эти кусочки играть, вы будете считать сами. Вы же должны хоть что-то делать. Вот, поэтому первый фрагмент. Сколько-то раз это там играется, я думаю, вы посчитаете. Смотрим. А, у меня 7 струн, кто не в курсе еще. Начинаем с ноты ля. Это 4-я струна, 7-й лад. Следующая нота до. 3-я струна, 5-й лад. И приходим на 2-ю струну, 8-й. Звучит вот что. Я к последней ноте играю, вот такой подъезд играю. Ну, хотите играть, хотите не играть. Потом 7-й лад, 6-й. Все по 2-й струне. Огонь. Дальше у нас звучит вот такая рок-н-ролльная какая-то история. Ребят, грязно звучит, разучился играть, пока не снимал разборы. Собственно, сама роково-блюзовая фразочка. Мы начинаем с подтяжки на 3-й струне. Подтяжка на полтона. Играем вверх. Это фаршлаг до ноты ми бемоль с ре, то есть на полтона. Потом вниз, потом нота до. Подтяжка от 8-го лада 2-й струны на тон. И потом начало такое же. И заканчиваем на ля. Классический пример вопрос-ответной схемы. И дальше идет очень быстрый пассаж, который я сам, собственно, не смог сыграть, поэтому я сыграю его медленно. Смотрим. Первый кусочек. 4 нотки. На первой струне 8-й лад, 5-й, на второй 8-й, 5-й. Потом со второй струны 3 ноты. 8-й, 5-й, снова на второй струне, на 3-й струне 7-й лад. Получается, что вместе. Дальше отсюда получается вот такая фраза. Это 3-я струна, 7-й лад, 8-й, 7-й, 5-й. Перешли на 4-ю струну, 7-й лад и 5-й. Обратите внимание на штрихи, я не играю все переменным штрихом. Ну, потому что, во-первых, я так не умею, и я думаю, что вы тоже не умеете. Я играю удар. Удар, удар, и все остальное срывами. Снова удар, срыв. Получается немножко другая артикуляция. Итого. Вот что мы сыграли. Остается повторить последние 4 ноты. Это с 3-й струны 7-й лад, 5-й, 7-й на 4-й струне, 5-й на 4-й струне. И потом мы играем дважды ре. До. 7-й, 7-й лад. 5-й. Снова. Вот. 2-й, 7-й. 5-й. 7-й на 4-й струне. Вернулись на 3-ю. 7-й лад. Снова 4-я струна. 7-й лад. И закончили фразу на 3-й струне, на 5-м ладу. Вся фраза целиком. Сорян. Потом снова играется тема.
но уже октавой выше. Я начинаю с третьей струны, 14 лад, потом вторая струна 13, перехожу на первую струну 15 и по хроматике 14, 13. И дальше звучит, это у нас роково-блюзовая фраза на октаву выше. Сорян, не вышло. Смотрим. Начинаю со второй струны, опять-таки подтяжка. Вниз, сначала потянули, вниз, 13 лад, подтяжка от 15 до 17. Снова начинаем со второй струны и заканчиваем на ля. И дальше идет вот такая фраза по пентатонике, опять-таки. Медленно. Подтяжка от какой-то там лад. 15, 17, 19. От 20 лада на тон. 3. Каждый раз подтягиваем снизу. То есть не дотянули до одного места и типа держим. Не так. Каждый раз как бы пружиним. Вернулись на 20 лад. И с какой-то лад там. С 17 лада играем пентач. Да, вот такая фраза. Начинаем с какой-то лад. 17 лада. Потом 20 лад. Вторая струна. Снова 17 лад. Вторая струна опять-таки. Потом блюзовые нотки пошли. 20 лад. Третья струна. 19. 17. Потом идет снова 19, 17, перешли на четвертую струну, 19, 17, перекат на третью струну, 17, вернулись на четвертую и закончили в тонику, 19 лад. Вся фраза медленно. Вот и весь трек. Если вам понравилось, вы ставите лайки, делаете репосты, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал Шоу Моника и на мой канал. Всем счастливо, пока! А, да, точно, если вам понравилось, вы можете предложить треки, которые вы хотите, чтобы мы разобрали. Увидимся!